Двух... Давайте, я буду все время, живут, а дом еще строят. Все время снимать, а вы не обращайте внимания. Ладно, потом вырежу, слышишь. У меня, кстати, есть штатив. Давай. У меня тоже есть штатив. Ну что, арбуз отключается? Штатив. О, девочки, что еще, у кого какие новости? У кого еще какие-то план? Опять? Я вернусь к своему суперсериалу. Она показывает маму. Ты еще посмотрела? Да. Несколько серий. Да, там показывают маму, у которой трое детей. Угу. Естественно, все они там живут на Манхэттене, и все богачи. Ну, понятно. Ну, как мы там в трущобах живем. И тут она узнает, что она беременна четвертым. И у нее такая паника, она говорит, почему муж? Говорит, ты не сделал вазорезекцию 8 лет назад, когда я тебя просила. А почему ей тяжело? Потому что она набрала на себя очень много. Это благотворительность, это вот это вот руководитель мам, как родительского комитета, везде она там мама первая. Дети у нее там должны быть одеты и приодеты. Ты даже если няню наймешь, все равно ты не пусть, особо не поможешь, если ты все везде делаешь. Это очень тяжело. Да. Ну, она скорбила, страдала, и в итоге потом ребенка потеряла. Да. Ну, естественно, мучается чувство вины. Ой, блин, это очень страшная ситуация, когда ты не хочешь, а так получается. Да. Ну, видишь, она не хотела. Да. Просто она ее пожалела. Не прижился. Да. Дай телеком кричу. Лен, тебе дать пеленку? Лен, тебе пеленку дать? Там, знаешь, какая сцена классная была? Сейчас расскажу. Там сцена, короче, дети, ну, у всех дети школьники, и дети уезжают в лагерь на 2 недели, в летний. Автобус уезжает, родители, как думаешь, куда они побежали? Трахаться, конечно. Все родители, ура, такие. Я стояла в этом в паспортном столе, и там бабушка была с ребенком и двое родителей. Ой, там что-то родителя какую-то забыла принести. Сейчас пойду побегу. И муж такой сидит, я сейчас я с тобой, короче. Да? Это, а бабушка такая, куда оба? Один. Она-то с ребенком. Да. Бабушка молодец, не расселялась. Куда оба? Один. Да мы перекурить просто здесь. Она одна пойдет. Усекла. Куда оба? Просто иногда родители, я тоже своим детям объясняю. Я говорю, дети, теперь мы с папой спим в отдельной комнате. Мама, Даша, нет, я хочу спать с мамой. Взрослые должны быть спать отдельно, а дети должны спать отдельно. Они это не понимают. Или, допустим, мы что-нибудь с ними сидим. Я говорю, взрослым надо побыть вдвоем. Ну, вот видишь, а потом хождение со свечками. Ну, просто я представила эту картину, Лёва с такой свечкой в темноте. Да, в темноте. Это, конечно, жесть. Выезжать. Такое точно не придумаешь. Такое только нужно прожить. Да. Я говорю, это у Лёвы со свечкой в темноте. Я говорю, такое точно не придумаешь, такое можно только прожить. Мы потом с Андреем до сих пор же говорили, Лёва там свечку зажжёт. Да, вот так вот. Даша бы, конечно, все смехнула, но Лёва, слава богу. А что бы она смекнула? Ничего бы она не смекнула. Просто потом в саду рассказала. Лёва еще проявит на имя. Просто потом... Мне кажется, может, Лёва еще и на уши наматывает. Может, он не может быть. Может быть, он не такой наивный.
Прихожу сегодня в садик, Дашку привожу, слышу, кто-то сидит и орёт. Думаю, прям на Беллу похоже. Захожу, Белла сидит и орёт. Да? Да. Я говорю, ну вот Даша пришла. А мы идем к Даше. Ой, там Беллочка, мы будем с ней играть, дружить. Мне так она нравится, такая хорошая, красивая девочка. Да? Ага. А Лиза мне тоже недавно говорит, хочу Олесю увидеть на детской площадке. Я говорю, зачем? Тебе нравится тетя Олеся? Она говорит, нет, я хочу на... Не на Беллу, а на эту на Розу посмотреть, да. Говорю, понятно. Тетя Олеся, говорит, сразу говори Розу. Демид говорит такое это. Сегодня утром поспать. А Маргарита еще не ходит? Я говорю, нет. Я говорю, ну подрастет, будет ходить. Я всем постоянно говорю, сидеть будет попозже там. Сегодня еще не ходит. А детей же нет. Сейчас Лёва тоже пытался с детьми поговорить. Еще не разговаривает, да? Я с Маргаритой разговариваю, она мне отвечает. А мы приходим в сад, и там дети кучкуются. Я с Лизой не одну секунду сижу, а я там минут 10 могу посидеть. Я быстро загнала, переобуваться ушла. А мы сидим минут 10, наверное, пока она переоденется, переобуется. Мамочка, пока, когда ты не заберешься, катюси-пуси-муси. И дети кучкуются. Я говорю, смотрите, говорю, в сад просится. Говорю, он сегодня проснулся и говорит, я хочу в сад. Ну, верят. Не поняли. Верят. Так интересно, по-моему, такая реакция. Хочу в сад. И Лиза такая, смотри, это ты говоришь. Я говорю, конечно, я. Слушай, он что ли? Слушай, это Лиза вроде такая, это вроде, она такая смышленая, но иногда некоторые моменты она такая тоже наивность. Это ты говоришь. Я не могу, как можно по-другому подумать. Отключает наивность. У меня... Ты не прикалываешься? Такой кайф был. Нет, сегодня такой кайф был. Кстати, гвоздичка не течет. Мы там перекрыли. Алёша мне говорит, что не течет. Почистили. Да? Алёша мне говорит, просто сейчас с работы еще люди не вернулись, сейчас как вернутся, опять польется все. Потому что просто остановились. Да. Потому что люди порасходились. Вечером что эти стенки подлетели. Мне кажется, надо же хотя бы чуть-чуть даже насечь. Сейчас, я все понюхаю. Морковь 10 поела, я ее положила одну, без меня. Она проспала до 4 утра. Только в 4 утра попросила кушать в следующий раз. Но, чтобы я не расслаблялась, Бог мне послал не спящего Демида, который ходил. Ощущение, что приостановлено, но все равно чуть-чуть и должна отвлечь. В 00:30 он мне начал, я хочу пить. Ладно, я его вложила обратно. В 2:45 он сказал, я хочу писать. А в 4 утра Маргарита сказала, я хочу есть. Класс. Лера, у нас класс, не будешь допивать? Буду. А, я просто бокал умала. А у нас, Лиза, мы ложимся на зеленый диван, на узкий, вот этот, да, 90, маленький, да. 90 сантиметров с Саньком. И Лиза к нам, я хочу маму с тобой. Ну, Маша так же иногда хочет. Она засыпает, а мы уходим на большой диван с Саньком. Алёша у нас спит на полу. Извините. У меня муж любит на полу спать. Ну, Лёша тоже спала. Я бы сама бы спала где-то подальше от детей. Я жила бы где-то подальше от детей. Нужен санузел в гараже. Тогда Лёша будет жить подальше от детей. А у этого смотрела? Он уже надумал туда гараж, диван перенести. У этого, который дед со мной рядом живет, он смотрю, там что-то... В гараже ковыряется, у него там телевизор висит. Он, да, стоит телевизор, смотрит. Прямо в гараже висит на стене все телевизоры. Ну, Таня тоже там целый дом. Да. Ну, Таня, понятно, они там каждую пятницу я... Так у Асмик вообще там в квартире. Ну, эти, конечно, это Артур с этим, они там каждую пятницу, я их вижу стабильно, каждый вечер. Пятницы у них это, как у нас, сбор. Ну хорошо, видите, не дома. Жены не бесятся, дети не видят. Дети не видят, да. Ой, там дети уже взрослые, значит. Ну, они там уходят от детей. Там. В прошлый раз как-то я тоже приехала, они вечером шашлычки жарят. Там и астмик был, и шашлык жарят. Да, они хорошо скарифанились. Да, две семьи.
на природу. Что он всегда этот муж, который все время узнает, как не боюсь. Почему? Он вообще классный. Он так все время сурово-строго смотрит. Здравствуйте. У Тани? Нет, у Асмик. Ну, потому что он, наверное, в силовикам работал, и органы дают о себе знать. Работа в органах. Наверное. Нет, у Тани... Но он вообще милый, пушистый душка. Артур очень хороший. Я, кстати, тоже на видео. Видео уже идет. Чё? Обсуждаем тут все семьи. Ну нет, ну то, что не выкладывать. Это лучше не выкладывать. Нет, тоже девочки. Короче, может, вид такой здоровый, а сам ладочка одуванчик. Ну, не одуванчик, но такой. Полицию, которая стоит просто стеной за спиной. Зато как она говорила. Сейчас я к вам позвоню. Пацаны уже взрослые, девчонки тоже уже подростки. Мы в гости приехали, когда Бандер с вами знакомы.